Всем привет и добро пожаловать на канал Any Wonders, с вами Анита. Сегодня рассматриваем двоих персонажей, но каких? Поскольку у каждого из них по две сущности, человеческая и оккультная, то и нарядов будет в два раза больше, чем кажется на первый взгляд. Этот обзор будет без детального обсуждения гардероба и как я все подбирала. Мне хочется чуть поменять формат и говорить больше об историях персонажей и о связанных вещах. И чуть меньше про одежду, если это, конечно, не какие-нибудь законодатели стиля. Но это ведь явно не тот случай, правда? Надеюсь, эти перемены вы разделите со мной. Все равно ведь скриншоты с одежкой, которые удалось сделать, я постоянно буду добавлять для наглядности. Начала я с обзора человеческого облика мамы Элеон по имени Элеонор Браун. В комиксе у семьи была фамилия Портрейт. У Элеонор рыжие волосы, каре, зеленые глаза и в каких-то ракурсах были нависшие веки. Я это оставила. Их, правда, и так мало показывали, еще и рисовка каждый раз отличалась. То черты были более деликатными, то какие-то мужественные. На Земле и на Меридиане они выглядели по-разному, находясь в одном и том же обличии. Кстати, я погуглила их имена ради интереса. Оказалось, что имя Элеонора происходит от греческого слова «элеос», что в переводе означает «милосердие» и «сострадание». Мне кажется, данное придуманное имя отражает сущность героини. Из нарядов показывалась только ее повседневная одежда с бирюзовым пиджаком. А когда Элеон для школы нужно было делать генеалогическое древо, сначала фотка мамы была в этом, а в школе уже стала почему-то в белом халате. Но я это тоже решила задействовать. И надела на нее медицинский халат. Почему бы ей не работать в этой сфере в игре? Элеонор довольно покладистая и относилась к Элеон всегда с любовью и заботой. Достаток их семьи не слишком большой, поэтому я попыталась сделать гардероб поскромней, в то же время передавая старательные попытки героев вжиться в ряды людей. Ее цветами в основном выступали бирюзовый, рыжий, коричневый и фиолетовый. В меридианском облике, то есть на самом деле, ее звали Мириадель. Жаль, что нельзя выбрать второе имя для этого облика. Про значение их оригинальных имен я никакой четкой информации не нашла. Слишком они сложные и куча производных имен. Что вообще произошло и как они стали родителями Элеон? Про ее настоящих родителей почти ничего не известно. Они просто загадочным образом пропали, и трон занял их сын. Злой, тщеславный и самовлюбленный Фобос, брат Элеон. И чтобы защитить Элеон не от самого лучшего брата, ее украли трое подданных королевской семьи и перенесли на землю через портал. Одна подданная заделалась учительницей в школе, куда пошла Элеон, а двое других стали приемными родителями для девочки и растили ее как свою собственную дочь. 13 лет они прожили на земле. Я думаю, им нелегко пришлось скрывать себя. Однажды маневрами Фобоса Элеон узнала правду о своих силах, настоящей семье, о подругах, о том, что ее родители не те, за кого себе выдавали. Поверила не тем людям и оказалась в опасности. Хотя на самом деле именно земные родители Элеон были с ней искренними, просто своим способом защищали от зла. Но зато теперь, когда все раскрылось, у Мириадель и Альборна, ее мужа, появился шанс вернуться домой на Меридиан. Она хочет быть суперродителем, и в связи с новым обновлением я добавила им предпочтение. Их любимый цвет зеленый, и для каждого немного разный выбор музыки и увлечений. Также она обладает чертами добрая и любит природу. Я нарочно не хотела выбирать третью, поскольку персонаж лично для меня не до конца раскрыт. А это придает загадочности. Добавлять все черты, лишь бы добавить, мне не хотелось. Нашла информацию, что предки Элеон пришли на Меридиан из Британии. То есть она, как и остальные люди на Меридиане, являются британцами, а жители на Земле вроде как американцы. Переходим ко второму герою. Приемный отец Элеон Томас Браун. Я не знаю, что за причина, но в чердейках троих пап назвали Томасом или Томом. Какое-то популярное имя получается. Имя Томас происходит от арамейского и означает «близнец». Написано, что происхождение и английское, и европейское. У Томаса в гардеробе получился довольно сдержанный стиль, такой классический. Показывали его только в пиджаке, но в моем представлении он был бы дополнен такими образами. У него выделяются цвета красный, черный и синий. Когда вышел игровой набор «Путешествие на Бату», я написала ВКонтакте, что всегда из каждого нового введения в Sims 4 нечто полезное для себя подчеркиваю, и даже если эта тематика мне не близка. Это, наверное, был сложный намек, но я хотела сказать, что эти существа из Бату напомнили мне жителей Меридиана.
и я с предвкушением тогда ждала, когда появятся новые расы, ну или хотя бы еще одна инопланетная для появившейся новой планеты. А оказалось, что это просто маски да костюмы. Так что не получилось использовать это так, как я хотела. Но потом я подумала, а что если сделать родителей Эллион уже имеющимися оккультными персонажами, то есть пришельцами? Все-таки они из другого мира, из Меридиана, а на Земле как раз-таки вынуждены носить маскировку в виде человеческого облика. Очень круто, что в геймплее можно носить маскировку на постоянной основе, будто ее удерживают силы магии, и снимать уже, когда будешь готов, и чтобы никто не раскрыл эту тайну. В предыдущих частях, кстати, возможности замаскироваться не было, а в этой части решили добавить, что не может не радовать. Мне кажется, это очень уместным, поскольку в фильмах мы можем заметить, как пришельцы шифруются под людей, чтобы не выделяться, получить расположение, выведать информацию, повлиять на события и так далее. Как, например, в фильме «Знамение», в сериале «Секретные материалы» и в подобных. Может, это и вам подкинет идейку в создании своих персонажей? Не обязательно, если пришелец, то он должен быть зеленым гуманоидом. Это может быть просто житель другой самобытной планеты. Мои же пришельцы в стиле медивал. По-моему, это офигенное сочетание. Мне в целом всегда нравился стиль чародеек. И, наконец, пришла очередь создать хотя бы первых существ из Меридиана. Не беря, конечно, во внимание Седрика, потому что он огромный змей, и как это качественно реализовать, я не знаю. В меридианском облике его зовут Альборн. Для каждого существа я использовала разный пресет ушей и носа, разные пятна, а также складки на коже. И сам оттенок кожи у Альборна более насыщенно зеленый, а у Мириадель серовато-зеленый. Это добавило больше уникальности каждому. Было настолько медитативно создавать таких существ, я оформляла их деталями кожи слой за слоем. Есть в акварельной живописи такая техника, называется лессировка. Это когда накладываешь тонкий слой краски с водой друг на друга, где-то затемняя и добавляя нюансы, таким образом создавая объем всей фигуре. Вот так же с декорированием персонажей. Оформляя лица, я подумала о том, что было бы очень кстати быть морщиной для вампиров, доступной для других сверхов. И да, такое есть. Алупас, мой алупас. Все ссылки на доп-контент, как всегда, в описании оставлю. Я выбрала ему цель «Хорошая наследственность», поскольку он чувствует себя главарем семьи и хочет, чтобы близкие жили в достатке. Во время правления Фобоса с ними обходились скверно, не кормили, и у Альборна появилась устойчивая цель. Предпочтения супругой схожие, и обладает он чертами семьянин и фриган. Надо же было как-то выживать. Сказать по правде, их история напоминает мне схожую про Шрека и Фиону, которые тоже в какой-то момент притворялись не собой. Но как кайфово им было вернуться в привычный вид и в ту среду, для которой они были созданы. Чувствуется баланс во всем. Такие вот земные родители Эллион у меня получились, я лично результатом довольна. Переживала, что не найду подходящие допы или что не получится передать их меридианскую сущность. Но в итоге все нравится. Если вам тоже, оставляйте комментарии, жмите лайк. Мне будет также крайне приятно, если вы подпишетесь и нажмете на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Скачать семью вы сможете в описании или в галерее. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых видео и пока!